горит, курят все. Курят все с мала до велика, курят все на каждом шагу, понимаешь или нет. Мы вымираем, черт возьми. Мои картины просто уничтожатся, солдаты другой нации, которые придут сюда, потому что наше правительство так любит нас, так любит нас. Иди на работу, за копейки, за гроши работай на буржуя. Мечта увидит тот день, когда наступит тот мир, когда последний превратится в сапфир, когда последний банк заклает, когда последнего буржуя накормит свинцом. Революция пронесется, как ветер. Революция, они за все нам ответят. Yeah.
обратись к врачу, к хорошему врачу. Он поможет тебе, если это нормальный врач, не из провинции. В провинции редко найдешь нормальный, вот один на миллиард, на миллион. Но я тебя люблю всеми своей силой. Я за тебя помолюсь, за сына Святого Духа, аминь. Пожалуйста, помоги тем, кто в депрессии, помоги избежать войны, помоги сделать, предотвратить тоталитарное будущее, цифровое рабство. Повсюду камеры наблюдения, которые следят за вами, за всеми, за нами. Слушают, они вводят новые законы, где слушают, прослушивают каждый телефон. Поставили марионетку, уродливую Наипулину, с уродливой рожей. Поставили бы хоть какую-нибудь для отвода глаз, не такую страшилищу, Наипулину, субъективное мнение. Слушай, Наипулина, слушайте меня внимательно. Слушайте, как я сру в сортире внимательно. Давайте просто срать и включать телефон, подставлять его под задницу, чтобы они слушали. Но даже это не поможет, потому что они будут. У них на ключевые слова давно все включено, автоматически роботы все считывают. Говорите экстремистские слова и срите в этот момент, блюйте, рыгайте, материте их, и пусть они это слышат. Но и это не поможет. In the
18 years. Why? Because sexism, fucking sexism, anti-sexism, and under sexism, anti-man sexism, fucking sexism against man. I'm just simple Russian man. Я имею право плакать, it may cry, I have right of crying, and you sexist, fuck you. Nuclear scum in my city. Not war. Not nuclear scum in my city. I'm Alexander Alenin. I'm artist. I'm violin. Was violinist. Скрипач бывший. Я художник Александр Алёнин. Меня били. Меня словесно издевались. Мне поставили диагноз, унижая меня. I'm drink coffee. I'm only who cry about problem my city. Why? Tell me why. Why? You save me. Save me hate and toxic. And toxic lexicon. Why you beat me? Why? I only who say about nuclear scum from French. Greta Thunberg not say about it. Oh no. If you journalist in the USA, in the Netherlands, in the Australian, in the Austria, in the Europe, please tell me about problem our city, our this nuclear scum every day. Go many nuclear scum under Why you not hear me? Why you hate me? I know why you hate me. I know. You Americans, you fucking about problem in Russia, in Siberia. You fuck about it. You not interested about it. Who am I for you? I'm just animal. I'm just Russian man. I'm cry. I'm artist, painter. I'm not designer. I hate designers.
Who? The system. Who? Make. On, only. For the system. Кто оформляет эту систему? Я не хочу. I'm not policeman. I'm not. Я бы мог стать полицейским, я бы мог стать военным. Я выбрал стать художником. I'm trying in my city. Write me. Tell me. Tell with me. With translator. My heart is broken. Мое сердце это клок из ран. Я один, кто говорю. I make anti-war propaganda. Paint and street art with chalk. With soft pastel, with soft chalk. Simple chalks make on the gray and dirty walls. I make not war, not war, not departments. And Russian people distract it. They have war. They have war. What the fuck? Same, what the fuck? You have war? You have war? You not have war. If you not have war, support me. I'm only, I'm not have lobby. I'm not have never lobby, never money. I'm working. Я работал грузчиком, испортил себе спину. Деньги тратил на рисунки, которые просто выбросят. My art, thousand arts. Look my art. This Russian, Russia. Distract my art. You save my art, please. Save my art, please. This is my art, please. This is old, very old art. No expression art, abstract art, classic Russian art. Please, I'm blind artist. I'm macular dystrophy in the eyes. Please save my art. Fuck on me. Please save my art. I'm shit. I'm not man. I'm not man. I'm shit. I'm ничтожество. I'm не мужик. Я не мужик. Я ничтожество. Я сопляк. I'm scum, but my art is true. My art, save please my art. I'm driving and cry and blood into my fingers. I'm driving. I'm very my power in the driving art. Please save this. Лия Барухина из Израиля, спаси мои картины. Надя Немиш из Подмосковья, сохрани мои картины, потому что ты увидела в этом ценность, потому что ты окончила институты художественные и колледж, и ты разбираешься в этом. А здесь кто разбирается? Здесь никто, никого нет, никого, у меня нет друзей здесь. Здесь нету никого у меня из друзей, из подруг. Ни одна девушка, ни одна художница, которая живет в Красноярском крае, она только уничтожит мои картины из зависти. Или просто она надменная. Я сколько сталкивался с ними, они надменные. Им плевать. А тебе не было плевать.
Ты как-то сказала, что если я стану Гитлером, то ты отрекешься от меня. Так вот, я не стану Гитлером, успокойся. То есть, прости, пожалуйста. Я делаю антивоенную пропаганду единственный. Какой я Гитлер? Я Гитлер? Спаси, пожалуйста, распиарь мою, расскажи о моем рисунке, которому нет аналогов. Этому рисунку нет аналогов в мире. И этот рисунок лучше всего западет в душу детям. Он не натуралистичный, он поможет, спасет тысячи душ от страданий. Родителей этих детей спасет от страданий в будущем, которые будут патриотами. Патриотами. Только страна принадлежит, разумеется, нам принадлежит, конечно. Кто не понял, это сарказм? Нет, не сарказм, не надо ко мне приходить. Если я скажу, что это сарказм, ко мне сразу придут и, короче, посадят меня в тюрьму просто. Короче, сейчас закончится запись. My last words. Please help, I'm scum. But my art is gold, is money for you. My art give you many money and famous. My art give you money and famous for you. Please save if you like contemporary abstract expression. Strangers art, please save my art. Rush in the Russia is the Siberia. Siberia kill my art. Killing me it's all right, but Siberia Russian kill my art. All my life is my art. All my life, my blood. My money, my health into my art. Я все отдал на это. И это уничтожит. It's and this destruction. In здесь, где я живу, уничтожит. In this place. Please save. Please help me. Please save my art. Стань известным, знаменитым, богатым за счет моих рисунков, но сохрани их. Они для меня как дети, мои родные. Лучше уж кто-то обогатится на них, чем... А я бы умру в нищете или самоубьюсь, никого не призываю. Чем придут и выбросят. Когда я умру, выбросят. Мои родители выбросят. My parents destruct my art. Soldiers, police destruct my art. My parents is just simple Russian people. They don't like art, my art. They don't like my art. They don't support my art. Understand? It's true. I'm Alexander Alenin, VK.com outsider art, Tikhon Myshkin. My pseudonym. Look. This is very old. It's just no. Look, my name and my first name. Please help me. Look my art on of the links. A A L U O N E I N Alexander Alenin Alenin. Please look, please. Please
say another people in your country about me, about my art. I'm fucking famous. I'm dead. In the next years I'm dead and I'm nobody, but my art. Я вложил все силы в мое искусство. In my art, my blood, my money, in my art. Please save this, please. Please save my art, please. Love my art.